Давайте вспомним, почему в слове «хотелец» «т» у нас две буквы «н». Потому что есть суффикс и корень. Так, есть корень и суффикс, согласен. Так, еще. Если это было «царь», а 11 писали, что 1 над 10. И так получилось 1 над царь. 1 над 10. Вот так писали раньше, да? Итак, 1, то есть 1, конечно, на 10, то есть 1 как бы сверх десятка. Правда? 1 сверх десятка. Вопрос. 1, конечно, корень. Что делать сейчас с остальным? На это приставка. Вот приставка в середине слова смотрится так себе. Проще. Суффикс. Суффикс. Это все суффикс. Ое это приставка. Нацать. Ое это, конечно, обращайся нормально, да? Одиннадцатый, одиннадцатому и так далее. Правда? Вот это на десяти превратилось с течением времени в наше 12 и 11, и 12, правда? 15. 13, 14, 15. Все, что по-английски, помните, обозначается замечательным суффиксом, это тоже суффикс «тим», у нас стало 20, да? Давайте вспомним. 11 и 12 не беру. Дальше. 13. Это 13. 14. Дальше. 15. Отлично. Мы до 19. Да? И сейчас этот суффикс даже, как ни странно, приобрел значение. Когда мы говорим teenager, это кто такие? Teenager. Это 13. Это 13-летние. Нет, 13-летние и выше. Это подростки от 13 до 19. А на одежде там может написано. А можно на одежде написать 13 до 19? На одежде вряд ли, потому что от 13 до 19 человек сильно растет, правда? Так, так. Да? Мало ли что. Но тинейджеры, то есть их возраст заканчивается на teen. Значит, он на 13,